В агентстве интеллектуальной собственности был расследован тот факт, что Арутюн Памбукчан и Сидата Девасян исполнили под названием «Гарам Дардзац», присвоили музыкальное произведение выдающегося азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова «Зериф Гулюшлюм» и распространили эту композицию в своем исполнении на платформе YouTube. Как сообщили Ахар Ас в агентстве, исполненная композиция «Гарам Дардзац» совпадает по содержанию с музыкальным произведением азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова «Зериф Гулюшлю». Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!